Алло. Доброго дня, це один авто, менеджер Іван. Так, вітаю. Спілкувалися у вас з приводу підбору Range Rover. Я хотів би дізнатися, чи актуальні для вас наші послуги. Слухайте, в принципі, вже не актуально. Я купив авто свого друга. Ні, не актуально. Я вже купив знайомого. Так би брав друга, і друг сказав, що я не довіряю. Не довіряю, тому ніяких питань немає, тому я її буду купляти. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми піднімемо дуже тяжку тему – це проблема людських стосунків, де ми не раз згадаємо про прислів'я «довіряй, але перевіряй». Скажімо так, право покопатися в цій білизні ми залишимо на правах спостерігача за собою. Чому на правах спостерігача? Тому що ми, як ніхто інший, можемо тверезо взагалі оцінити цю ситуацію, коли один продає, інший купує, а ми це все бачимо. І коли це продає друг другу, отут вже є трохи склизька ситуація. І про всяк випадок я скажу, що це відео несе розважально-інформаційний контент. Ми нікого не хочемо ні образити, ні підколоти. Це просто історія з нашого трушного записничка про те, як може людина зробити западло іншій людині. Або, скажімо так, чого чекати від найкращого друга. Як я кажу, хай друзі і вороги будуть багаті, тоді хто і хто скоро будеш знати. 600 тисяч, блин, все в пухлі. Блин, вона в таксі долбила, ця машина однозначно. Мебельні саморези. Здесь така емульсія. Йоха, мій бабай. Станислав, ну вы там все видеофайлы посмотрели? Да, да. Да, да. Это многое объясняет из того, что вы говорили. Маємо історію, котру не вигадаєш. Чому не вигадаєш? Тому що фантазії не вистачить. Отже, маємо замовника. Замовник, він же власник цього автомобіля, котрий певний час їздить на цьому автомобілі. Про технічний стан він знає від свого товариша, від котрого достався цей автомобіль. Але прийшов час продавати цей автомобіль, і для того, щоб з'язувати реальний технічний стан цього автомобіля, він звернувся до незалежної оцінки, тобто до нас. Перевірити автомобіль перед продажем. Алло, Антон, добрий день. Це компанія 11. Мене звати Андрій. Ви зручно? Да, говорю. Вас, я так розумію, цікавив огляд свого автомобіля попереднього. Да, ну хочу знати, я ж говорю, вроді б як би брав у друга, вроді він все розказав. Вроді як я йому довіряю, ну поїхав там. То сделал, говорят, он может утопленник, а потом говорят, что капот тяжелый, тут, наверное, шпакля. А технически вроде он, типа, все, едет, езжу на нем. Fusion. По Карфаксу был удар в переднюю часть. Видно, сильно отличается по цвету даже на грязной машине детали. Капот, крыло одно, второе было. Эта стойка должна быть шпаклеванная. И разбивалось стекло. Тут, как всегда, висит бампер, не на месте он не стоит. Так, тут местами уже сколы, слазит краска. Вот тут даже треснула шпаклевка. Да, тут шпакла немерено, тут 2 мм шпаклевки. Вот тут уже треснула шпаклевка, обратите внимание. А тут уже родная? Она скорее всего на все покрашена, да. Крыша тоже, на крыше тоже что-то есть. А ну-ка. 390, 400, вот 1000, это миллиметр. Ну да, видно просадки, в принципе, я что-то сразу не обратил внимания. Просадки видны по шпаклевке. Ну такие типа рытвинки. 500, 400, 300, короче, по краям сводится к 300-400, а по центру тут, короче, не захотели нормально. Тут тоже 1000. Блин, ну это хреново, честно говоря. Крыша, ну, она как бы постоянно шевелится, грубо говоря. То есть вы едете, там яма, она постоянно там микровибрация. Она не может, она точно лопнет. Это 100%. Это вы просто мало ездите. Поехал бы я на ней в командировку в какой-то другой город, и бы приехал, уже бы было просто крашено. Тут тоже перепылом взяли эту деталь немного. Тоже шпаклевалась и ремонтировалась, и шпаклевалась. То же самое, видите, тут вот сверху. Ну, блин, это хреново. Просто я всегда говорю, что неотъемлемые части, как когда в шпаклевке, это уже совершенно другая цена на автомобиль. То есть это то, что нельзя переделать, грубо говоря.
То же самое, ну это как бы очевидно. Блин, я такого давно не видел, честно говоря. Чтобы было интересно, насколько я правильно понял, там в какой-то момент указано, что цвет автомобиля то ли стал серый, то есть может он еще там его. Та же история, блин, что ж с ней произошло, блин. 600 тысяч, блин, все. Все в шпакле, причем, ну, это слои плохие. Типа 500 микрон, я бы еще там 500-600, это нормально. Но тут, блин, по 1000 на каждой детали есть. Сейчас вон, выравнивали всякие мелкие мятины. Скажем так, ну... Не, это просто она покоцана со всех сторон была мелкими такими, знаете, мятками. Тоже дверь. Короче, пока что не шпаклевано, только вот эта одна дверь. Правда? Да. Из всех. И сколько она бьется? Из всех кузовных. 230-240 бьется. Она крашена, он тут не пробивается. Без шпаклевки. Да, имеется в виду без шпаклевки. Она крашена, но шпаклевки на ней нет. Тоже эта стойка. Кошмар, блин. И при том, что проемы все в порядке, ничего по... Меня сильно удивляет, да, но судя по вот этому всему, что какая она вся запиленная. А те, кстати, крылья, которые меняли, которые ставили, они покрашены нормально. Вот так вот должна покрашена вся машина быть. Капот тоже такой тяжеленный, потому что он тайванский. Тайванская деталь, мы ее берем и иногда еще даже шпаклюем, даже новая, потому что она где-то неровная, где-то штамп криво пошел. Подогнуть можно, потому что чуть-чуть они там... Да, ее подгибаешь, подшпаклевываешь, ну короче. И, собственно, вот эта вся история, это из-за качества... и обработки поверхности перед покраской. Скажем спасибо, что тут хотя бы есть герметик на швах. Потому что часто его просто там нет физически. Короче, все шпаклевано, кроме нескольких деталей. Так, вся шпаклевана полностью. Причем, блин, достаточно сильно, достаточно грубо. Так, идем дальше. Замученное сиденье. Замученный подлокотник. Тоже, конечно... Блин, она в такси долбила, эта машина однозначно. Зеркало амальгама уже растворилось. Тут все грязно, порвано. А руль тоже, я вообще молчу. Я надо было сразу в салон заглянуть, блин. А не знаете, она в такси не была нигде? В Украине точно нет. Она как в Украине приехала, она сразу была, потому что я знаю такой момент. Вы... В нем присутствует. А, я понял. Но она такая, человек, блин... Человек на ней просто каждые выходные там пикасы. Блин, она запилена вообще капитально. Так, подкапотка. Фары Мехико. Да, 13-й год, 6-й месяц. Это ее. Новые. Вот эти вот ремешки надо менять. Один, второй. Вот тот второй, который на кондиционер. Вон его надо менять. Вот этот, в принципе, еще нормальный. Вся крышка ГРМ, вся мокрая. Ну, тут прям сильная течь. Это прям надо устранять. Это не запотевание, это прям течь. Класс. Да, тут прям так густо, блин. Ну, я каплю собрал, каплю. Как бы да, тоже. Если уже лезть, то лезть, снимать. Ты объяснил, да, уже, что к чему? Сколько примерно это стоит? Ну, да, тут как бы не так запчасть, как сама работа, да. Масло тут, конечно, до хрена. Это все надо устранять. Это прям до хрена. Лучшее влагалище – это очко товарища, мы помним. Головною порадою від Ярослава було не приховувати правду від майбутнього покупця і поставити цей авто нижче ринку. Чому так? Тому що у будь-якого авто є своя ціна. І у цього авто також є своя ціна, але вона дуже далека від стану ідеального авто, як цей автомобіль пропонував йому його товариш. У цієї історії є продовження. Пам'ятаєте, я казав, що цю історію не вигадаєш? Так от, найцікавіше заключається в тому, що якимось чином цей Ford Fusion він продав. І пройшло декілька місяців, і він захотів придбати собі Mazda. І цю Mazda CX-5 продає
випадково або не випадково знову товариш. Офіційна історія того, що ця Mazda CX-5, вона завжди була лише в одній родині, тому ми розуміємо, що плюс-мінус за автомобілем доглядали, і стан цього автомобіля повинна булочка просто перфекта. Гаразд, їдемо дивитися. Алло. Доброго дня, це Руслан, технічний спеціаліст 1авто. Да, Руслан, здравствуйте. Смотрите, какая ситуация. Ситуация такая. Машина, она нигде не выставлена, нигде не продается. Продается, потому что стоит, как бы, никто на ней вроде как не ездит. Вот. Я этого человека знаю, как бы, через знакомого, через знакомого. Вот. Ну, надо посмотреть. Mazda CX-5 на разовом осмотре. Я сразу извиняюсь, на улице дождь. Мы заехали на подземный паркинг. У нас общий вид автомобиля. Сразу, если вкратце, пробежаться по кузову по нюансам. Передний бампер у нас не стоит на своем месте, выпирает. Фара немножечко подпотевшая. Эта фара у нас запотевшая сильнее. Тут у нас вот эта накладка не стыкуется. Ну, чуть-чуть собрал, но она при легком движении обратно щелкивается. Также бампер здесь не защелкнутый. По-хорошему можно человеку отремонтировать машину, так уже, я думаю, гораздо лучше. Хотя чуть-чуть поправил, уже зазор гораздо интереснее стал. Здесь у нас облезший лак на фаре. Сверху она более матовая, снизу глянцевая. Здесь лак есть, здесь уже лак облез. Так, и что касательно окрасов? Вот крыло, дверь одного оттенка, они у нас крашены. Стойка другого. Получается, крыло более черная, а стойка более в синий цвет отдает. Также эта дверь. Вот, я думаю, фонариком видна разница в окрасе. Капот у нас крашеный. Двери-то у нас крашеные. Так, а здесь у нас уже поклевочка. 400, 700. По этому крылышку крыло у нас крашеное. Здесь у нас есть шпаклевка. Как бы 1000, это неприятно, но 700, 1100, 1300. Здесь у нас виден перепыл краски. Это все красилось. Остался даже след, подсказка, малярный скотч на болтике. Но когда закручивали лючок обратно, придавили скотч, никто не стал заморачиваться его снимать оттуда. 115-90. Здесь завышенные показатели. Внимательно посмотрим. Видно, у нас сорванные грани на болте. Также дверка. Видны следы съема. Сиденье у нас установлены чехлы. Боковинка вот эта продавленная. Чехлы сами по себе довольно неплохого качества. Тут чехлы просто так снять не получится. Они устанавливались с разбором сидений. Если в этом месте она достаточно плотная, то тут уже ничего нету. Боковинки. Подушка у нас прощепывается сбоку. Здесь все проминается. Но есть такая болячка у Mazda. Если что-то цепляется на торпеду, потом обязательно остаются следы. Сейчас попробую продемонстрировать. Вот здесь видно такой круг. Вот эта пахучка какая-то стояла, там корона или еще что-то любят. И вот это вот остаются такие последствия. Также я видел, оно не сильно заметное, но в принципе след остался. Сразу видно крученные болты. Фара у нас это уже разбиралась. Ну, скорее всего, пытались устранить запотевание. В принципе, это не получилось. Видно вот незаводской геометик в фаре. Здесь вот он торчит. Вот это. Ну, в принципе, у нас производитель этой фары Тук. Тук — это китайская фара. Неудивительно, что полез у нее лак. Интересно историю автомобиля. О, клад. 18.03.22, 130 тысяч пробега. На АТЛ менялось масло практически год назад, а пробега у нас сейчас 145 тысяч. Так не видно. Что по пробегу, по крайней мере, информация как-то косвенно, но по таким бумажкам подтверждается. Один клад нашли. Здесь такая эмульсия.
эмульсия исключительно на крышке. Это нам говорит о том, что не прогревается мотор, поездки минимальные, запуски, перепад температур, конденсат собирается в крышке. Такая вот бяка получается. В данном случае с мотором все нормально. Просто нужно прогревать его до рабочей температуры, чтобы не скапливалась влага. Здесь у нас какой-то провод. Сейчас я фонариком прям покажу на него. Вот он. Хомутами прикручен к патрубку и закреплен. Что это за провод? Это какая-то масса должна быть. Откуда она и почему она здесь? Вопрос. Так, в остальном все у нас тут в порядке. По факту мы маємо, загибаем пальцы. Из дрібниць фарбований погано капот, фарбовані крила опускаємо передні, частково задня фарбована дверь, з цим можна жити, пофарбована задня стойка, ну, типа окей, фарбована задня арка, фарбоване заднє крило, що там ще бонусом є у нього китайські фари, безліч, просто безліч треба вкласти коштів в ходову. Далі, казалось би, бонусом ми маємо дев'яте. Безліч емульсій в двигуні, тобто там безліч води або антифріза, то вже ми не стали розбиратися. Але і це ще не все. Останнє. Авто знаходиться в арешті. Коротше, це повний треш. Замовника в другий раз доганяє отака от карма. Але тут, завдяки нам, є одне але. І це але заключається в тому, що цей автомобіль він не придбав. Не тому, що люди погані його продавали, а тому, що така ситуація. Чому така ситуація? Трошки пізніше. Так, да, Руслан, слухаю. Стосовно автомобіля, так? Да. Ви TX5, так, заказували? Да. Дивіться, по автомобілю. По окрасах. У нас окрашений повторно капот. Сколи підкрашували? Или прям... Ні, перекрашений капот. Повний, ага. Повністю, так. Да. Так. Далі переднє ліве крило у нас замінено і окрашене. Воно нове. Також окрас переднього правого крила. А що за ДТП було, або це просто... А що за ДТП? Про шпакльовку на задньому лівому сказав, на арці попереду. Так. Всі лонжерони, стакани, полки крил, телевізори, це все заводське. Там ніяких підфарбувань, нічого такого не було. Тобто це все деталі були поверхносне таке пошкодження. Тобто там до безпеки нічого, там все претензій нема. Хорошо, я поняв. Зараз скиньте мені, що всі от ці... Ну, там на відео практично все понятно. Я поняв. Хорошо. Буду ждати туди файли. Да. Спасибо большое. Да, все, хорошо, вечора, до свидания. До свидания вам. Якщо дивитись тверезим поглядом на всю цю історію, то тут треба зауважити, що ніхто не збирався звинувачувати товаришів нашого знайомого. І тим паче ніхто не каже про те, що ці люди заздалегідь знали, але не сказали про технічний стан цього автомобіля, або, не дай Боже, вони щось скривали. Тут насправді треба дивитись більше, глобально, детальніше. Я зараз поясню. Дуже багатенно людей їздять на автомобілях, про технічний стан котрих вони взагалі не знають і нічого не розуміють. І це нормально. Ну, тут справа в тому, що для нас з вами, наприклад, автомобілі – це для когось розвага, для когось хобі, для когось захоплення, робота, якщо хочете. А для всіх нормальних людей це лише засіб пересування, котрий не має потребувати підвищеної уваги. Наприкінці переходимо до солоденького, бо солоденьке достається тим, хто додивляється відео до кінця. Щоб зрозуміти, ми переносимось трохи в часі назад, коли ще було слегка зимно, скажімо так. І звичайна ситуація. Товариш продає автомобіль. Автомобіль не новий, звісно, що є там всякі нюанси по автомобілю. Ніхто цього не приховує. Ситуація звична. Авто незвичне. Зустрічайте. Bentley Continental 2006 року.
Алло. Добрый день, компания 1авто. Меня зовут Сергей, от вас поступил заказ звонка. Да, здравствуйте. Скажите, хотели бы, чтобы вы посмотрели машину? Подскажите, как могу к вам обращаться? Святослав меня зовут. Святослав, очень приятно. А что это за автомобиль, Святослав, подскажите? Flying Spur 6-го года. Еще раз? Flying Spur 6-го года. 2006-го. А это салон продает или это лично владелец? Не, владелец продает. Ну, в семье, по крайней мере, это говорят. Такая типа история, что они по факту типа вторые владельцы, а база показывает, что они третьи владельцы. Ну, может быть, в семье там переоформляли. И они говорят, что типа купили, ну, знакомый продавал, купили, и вот уже типа наши долго стоит и решили продать. Ну, типа, что не катаются вообще. Интересует, чтобы все-таки она не оказалась ворованной или с перебитыми номерами. Ну, это... Поверьте, мы посмотрели 20 машин, и найти Bentley, это прям вообще жесть. Bentley, сколько он стоит? 26? Что? $26,000. По цене Volkswagen, Bentley по цене Volkswagen. Палочка есть? Палочка? Так реально она не держится. Дайте швабру. Ну это, конечно, гонит он. Потеет голова вот эта вот по передней стенке, сбоку на углах. Запотевание есть. Ну, ремонтировали вот крепление, вот это соединение, крыло, бампер. Там с той стороны просто клипса защелка, а здесь уже какая-то самодельная ерундовина. Вон. А с этой стороны типа просто нормальная клипса. Ну, просто сломали крепление. Неаккуратно. Это ж всего лишь Bentley. Вон запотевание. Вон идет, прямо аж сочится. И камера, не знаю, словит, не словит, но вот по той стороне тоже есть. Что значит запотевание на Bentley? Это может значить не 3 копейки, точно. Я теснее компоновки двигателя еще не видел. Ну да, тут фиг что увидишь. Салончика сразу открыли, стоит такой стойкий запах краски. Сиденье у нее переднее пассажирское окрашено. Видно заломчики. Отсутствует тут в полу не декоративная, такая вот дырка у нас. Такая вот прям дырка. Сейчас будем пытаться комментировать. Гофры у нас вот в этих местах уже распушились, будут пропускать. Болты с квадрозала, облизанные грани. И вот потом будет топливный фильтр. Без какой-либо защиты. Только пластиковый коробок небольшой. Продолжим. Значит, стоят не оригинальные, понятное дело, сигналы, которые еле-еле сигналят. Тут все на скрутках. Нету какой-то фишки одетой. Там вот есть сильное запотевание, даже тень с какого-то патрубка. Там все в масле капает. Вот смотри, подгнила тоже трубка. Да, тут трещинки видны, она может лопнуть. Это у нас на кондиционер. Вань, видел? Подмятый радиатор снизу, вот так. И вот тут трещины на бампере. Мебельные саморезы. Да, Bentley. Мебельные саморезы. Никуда не без этого не денешься. Практически да, говорю. Мебельный саморезик такой желтый, латуневый. Знаешь, еще не хватает этого линолеума в багажнике. Сальник. Есть запотевание. Его видно, что обтирали не так давно, учитывая, что машина стоит. Подозреваю, что его просто обтерли. На прикол. Смотри. Подложили под подрамник. А, ух ты, ничего себе. Ух ты, ё-моё. Смотри, тут резина. Ого. Под подрамником. Сверху резина под подрамником. Разорванный саленблок, подрамник, как ядрение фени. Саленблок разорванный, подложили какую-то тут жвачку. Короче. И сверху транспорт. Камеру велосипед. Камера какая-то велосипедная сверху, вот буквально. Здесь нет. Это не, подушка. Это, конечно, прикол. Потому это подушка, что... наверное, просто вырвана. Да, вот тебе и Bentley. Ее-то, конечно, обслуживали, но там эти, наряд заказа там 19-20 год. А сход-развал следов нет вообще. То есть что там, как ее, наверное, даже не поднимали. Очень много всяких таких мелочей, трубочки окислившиеся, сгнившие уже там. Ну, как бы они есть сейчас, их по 25-26, там, ну, есть в таких ценах, но
Мне даже страшно предположить, что это может быть. Если это обслуженная машина... Ёханый бабай. Ну, сейчас масло закончится. Кстати, а то не доедет. Такая, нормально. Да, такое. Трошки устал. Если это обслуженная машина, обслуживание, просто замена масел, фильтров и два диска, 18 тысяч. Раз. Дальше просто пару саленблоков, пару фильтров, какие-то заглушки, какой-то фильтрующий элемент. Короче, туда-сюда в круг набежало 28. На. 124. 35. 31. Короче, это на 8, на Фаэтон. За эти деньги можно нормальную тачку взять. Ну, лучше, не нормальную, лучше. Вот это топчик, вот это норм. И что самое прикольное, понять вот так вот в разовом осмотре, допустим, сесть. Ты там сидишь, работаешь на потоке, там всякие джеты, всякие меганы, всякое такое. Сесть, дать проехаться на нем, ну, сразу понять на этом... 6-литровом моторе, что с ним что-то не так. Только вскрытие, как говорится. Только вскрытие. Не, бывает, это, конечно, вообще вау. Ёханый бабай. Алло. Станислав, ну вы там все видеофайлы посмотрели? Да. Да. Это много объясняет к тому, что вы говорили. Ну вот. Считая, как она выглядит снизу, там по видеоотчету, впечатление, что последний раз ее обслуживали лет 6 назад. Ну именно Бентли надо. Может, что-то будет... Бентли, и все. Вот только четырехдверные. Ну там континенталь, кто-то их называет, кто-то Flying Spur. Мы хотим именно четырехдверные, но их просто, блядь, нет. Мы просто хотели вдвоем с кем-то с другом на выходных ради прикола купить бензин. Ну, на этой машине вы будете частым гостем из ТО. Не-не-не, это не, это нам не интересно. Ладненько, был рад помочь, тогда сейчас я вам скину рукописный текст, проговоренный только что. Хорошо. Всього доброго. Що хочу сказати наприкінці. Ми часто чуємо від наших замовників, що авто вибирати вже не потрібно, тому що я придбав авто у друга. Але через тиждень нам телефонують і просять, допоможіть, дайте контакт, полагодить щось там, будь-то коробка, двигун, ходова тощо. Але є інший приклад. Завжди є дуже класний друг, котрий... дуже класно розбирається в автомобілях, на відміну від нас. Але також хочу зауважити, що на відміну від нас цей друг не дає ніяких гарантій. Це, блін, ми барани даємо гарантії в Україні на вживаний автомобіль. Але як показує практика, автомобіль треба вибирати з холодним розумом, з холодною головою, якщо хочете. Треба вибирати незалежні інструменти. Друзі, хто мав подібний досвід або... хто впізнав себе в відео, або ні. Напишіть в коментарях, хто купив ідеальний автомобіль у друга. Може, ми помиляємось, може, дійсно дуже багато таких автомобілів. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ну, а з вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.